и прижмет немножко. Вот так вот. Лоб и не вынимает. Держимся. Угу. Промысло это крыло соединяет, они потом идут наверх. А много еще народу? Еще трое. Может все-таки, а там никто не звонил еще? Пятеро еще. Слушай, может все-таки перевести или где-то подать на полную длину просто? Готов? Сейчас. Угу. Тросик натянется рывком, мы должны стоять на месте, да? Угу, удерживать его и... Да, удерживать его, прям весом вот, вот так вот. Склонились много на упор, угу. И чем выше мы выдержим, он тем ровнее станет. И потом активно побежали вперед. Угу. Сейчас по команде быстро, быстро взлетим. Теневые условия. Прием! Как он вас готов? Паренек. А, паренек. Да. Я думал, по фамилии. Готов? А, да. Ну что, а где Ванька? Сейчас приедет. Ну спроси его, может быть он сразу перевезет. Вот на соседнее поле вдоль вот ну, так. Я понял, понял. Так может просто по асфальту туда протянуть дальше? Можно по асфальту, а можно заехать и вот так по зеленке. Вот. Не, Ваня уже проехал, он уже к вам едет. Это на рации? Я на рации. Не, ладно, ладно, на рации. Я не знаю. Вон, видишь, еще люди подъехали. На полную бы длину размотаться было бы лучше. Привет, готов? Собираем глубину. Поговори с вами. Сейчас подъедем. О, журавли полетели. Журавли? Я шучу. Чайки. Сопровождаю. Смотри, какой красивый. Селфиком отмахивайтесь, если что. Пока стоим ноги на упор. И вес назад, назад есть. Вот, держите. Отлично. Вот. Поехали, активно. Не ходите, не ходите. Бежать, 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 бежать еще. Еще бежать. Вот, а теперь садим. Да. Сели поглубже, поглубже. Отцепится, да? Thank you.
вон ребята стоят там. Свешиваем ноги. Приземляемся, кеды белые, новые. Ноги не встают. О, и кеды почти что не заморал. А, новые кеды берем, я так понимаю. Я на ноги не встал, да, нифига? Ну, снимай. Привет, ребята. Все, в общем, мы прилетели. Полные штаны счастья.